Каждый любит хорошую загадку. Предлагаю вам немного поиграть. Вы готовы? Если вы еще не подписаны на наш канал, то бегом подписывайтесь, с нами интересно. Сегодня мы будем загадывать вам загадки. После просмотра напишите в комментариях, сколько вам удалось отгадать. Перед вами три двери. Других путей нет. Вам нужно пройти. Какую дверь вы выберете, чтобы выжить? За первой дверью бушует пожар, за второй дверью – убийца с заряженным пистолетом, за последней дверью – лев, который не ел в течение 3 лет. Что вы выберете? Ставьте на паузу и пишите свой ответ в комментариях, а потом возвращайтесь, и вы узнаете ответ. Львы могут жить от 1 до 2 недель без еды, но если прошло 3 года с последней кормежки, вероятно, лев уже мертв. Правильный ответ – комната номер 3. Вот еще одна загадка, которая, несомненно, загонит вас в тупик. Тот, кто делает это, не имеет никакой потребности в нем. У того, кто покупает его, нет никакой пользы. И, наконец, обычный человек, который использует его, не видит и не чувствует его. Что это? Если ваш ответ – гроб, вы абсолютно правы. Гробовщик не имеет никакой потребности в нем, так как он все еще жив. Человек, который покупает его, использует явно не для себя. Хорошо, вот еще одна заковыристая загадка. Даже если аборигены, живущие в Арктике, будут голодать, они никогда не будут есть яйца пингвинов. Почему? Так, хорошенько подумайте. Ответ на этот вопрос прост. Арктические туземцы не едят яйца пингвинов, потому что пингвины не живут в Арктике. Если вы ответили на первые загадки правильно, вы в ударе. Но мы убеждены, что следующая загадка обманет ваш разум. Человек, зашедший в галерею, концентрируется на одной из картин. Куратор музея замечает это и спрашивает, почему он так заинтересовался этой картиной. Человек отвечает: «Братьев и сестер у меня нет, но этот человек – сын моего отца». Кто этот человек на картине? Ответ – он сам. Так как у него нет братьев и сестер, под фразой «сын моего отца» он имел в виду себя. Ну что, напряглись? Едем дальше. Неужели вы до этого момента все разгадали? Не волнуйтесь, вот еще одна загадка. Вы водитель автобуса. На первой остановке в автобус вошли 4 человека. На второй – 8 человек. На третьей остановке вошло 2 человека. И на последней остановке все пассажиры вышли. Вопрос – какого цвета глаза у водителя автобуса? Поскольку вопрос начинается с того, что вы водитель, просто посмотрите на себя в зеркало и ответьте. Можете ли вы назвать 3 дня подряд без использования слов «понедельник», «вторник», «среда», «четверг», «пятница», «суббота», «воскресенье»? Если вы назвали «вчера», «сегодня» и «завтра», вы абсолютно правы. Это единственные дни, которые вы можете назвать, не используя дни недели. Хорошо, эту загадку вы должны одолеть. Что объединяет эти 2 вещи? Собака, бриллианты. Ответ – они лучшие друзья. Собака – лучший друг человека, а бриллианты – лучший друг девушек. В очереди в театр стояли электрик и сантехник. Один из них был отцом сына другого. Как это возможно? Ответ – потому что электрик и сантехник являются мужем и женой. А вот и последняя загадка. Если захочешь больше, просто поставь лайк и напиши об этом в комментариях. Вы готовы? Он черный, когда вы покупаете его, красный, когда используете, серый, когда выбрасываете. Ответ до безумия прост. Это уголь. Обязательно делитесь видео с друзьями, также подписывайтесь на канал и поддерживайте нас лайками. Нам приятно. До скорого!